Всем кукусь, ребят. Ну шо, очередное выживание на Марсе. Да, я знаю, может вам, конечно, это все надоело, но наткнулся на игрушку. Игрушка новая. Вроде должна быть прикольная, но здесь только заморочек, что я даже не знаю, как мы с вами будем здесь выживать. Сейчас мы приземлимся, я здесь выключу музыку. Немножко тише сделаю. Потому что здесь два режима, только либо громко, либо вообще никак. И приступим. Тут так же самое добывается через руды. Так, ну что, нормально, приземляемся? Да, отлично. Через скалы мы добавляем руду, потом руду добавляем в наш такой принтер. И тогда мы уже с вами начинаем что-то изготавливать. Ну, так, все, тихо. И сразу. Да. Мы приземлились, поздравляем. Так, давай-ка. Так, давай мне опции, звуки. Вот, чтобы вы понимали. Насколько здесь все прикольно, что ты чуть-чуть тут делаешь, оно не слышно. Вот, начинает орать. Ну, то есть, как бы, да, спасибо, пожалуйста, игра прикольная. Разработчики, сделайте что-нибудь. Оно немножко напрягает. Да, сейчас пока мисс наша малыха закончит разговаривать, мы собираем, пособираем ресурсы и продолжим. Critical damage, radiation alert. No information on survivors. Caution, this escape pod is designed only for short-term survival. Да. Lockers contain basic building materials. И самое интересное, что скипнуть ее никак нельзя. Так, о, еда. Recommended construction of well for water and solar panel for spacesuit recharging. Emergency access to technologies beyond your experience level temporarily granted. Obtain necessary permissions and confirm through the tech tree tab ASAP. It is mandatory to read the FAQ. ERA is not liable for any injuries or death. Lawsuits won't be respected. Good luck. New item. Спасибо. Неужели она замолчала? Так, сейчас мы пособираем с вами все ресурсы, которые нам нужны будут. И пойдем сразу же строиться. Так, наверное, нужно будет построить с вами добычу воды. Потом нужно будет построить с вами солнечные панели. И нужно будет построить с вами шлюз вместе с нашим домиком основным маленьким. Дальше мы потом уже будем развиваться. Так, давай, тут неудобно, тут берешь в руку. И на Ешку оно должно срабатывать, ну то есть должно ложиться в инвентарь. Некоторые предметы приходится с правой кнопкой мыши. Так, а некоторые предметы приходится через Ешку. Потому что если берешь, к примеру, в руку и через правую кнопку мыши, она ее бросает. Приходится нажимать на Ешку. Фу. Так, что это? Силка нам пока здесь не нужна. Так, воздушный компрессор тоже. Не знаю, что это такое. Давай с тобой возьмем. Вроде пока здесь все, но мы еще сюда вернемся. Мы будем с вами по ночам тут спать. Потому что ночью здесь наш персонаж получает урон. Так что придется с вами ложиться отдыхать. Так, ага. Так, давайте зайдем в инвентарь. Так, в инвентаре. Это то, что у нас с вами есть. Давайте поменяем бутылочку с водой. Сразу заполним. По поводу еды употребить. Отлично. Смотрим дальше. Дальше у нас идут задачи. То, что нам нужно сделать. Технологии. Вот эта вот ветка развитий. И чтобы получить, к примеру, вот эти вот очки, нам либо нужно что-то делать, либо находить чертежи. С этим тоже разберемся, будем лазить по базам. Так. А вот и как раз то, что мы с вами сможем сейчас на данный момент построить. Что у нас с вами есть? Гараж, ага. Пи-гараж. Так, колодец, хорошо. Но для колодца нам нужна, по-моему, спектральный... Ты у нас будешь вот сюда. Провода иди сюда. Ты кто у нас? Ящик для... Нет, ты нам пока мест не нужен. Давай ты сюда. Кто ты? Отбойный молоток.
Ток, хорошо. Давайте тогда поменяем местами и посмотрим, если я на троечку нажму. Да, отлично. 140 метров вода у нас с вами. Таки далековасенько. Таки далековасенько от нашей базы бегать. Тем более провода нужно будет тянуть. Угу. Ну, это вот получается старая база, и они непригодные для жизни. Я думаю, мы их потом с вами разберем. Главное не забыть, куда нам потом идти. Так, если мы с вами здесь построим бак с водой и будем тянуть с вами трубы провода, а развиваться, наверное, мы будем с вами в эту сторону. До скалы. А там уже посмотрим. Так что ладно. Давайте смотреть. Заходим. Нет, не сюда. Заходим в чертежи. И колодец. Так, колодец, колодец, колодец. Давай, наверное, первый колодец. Ты у нас станешь... Ну, наверное, тут, вот сюда ты нас и станешь. Так, в руки берем... Берем горелочку. Берем горелочку. Где наша горелочка? Горелочка вот у нас. Подходим и зажимаем левую кнопку мыши. Ну, давай, 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 еще чуть-чуть. Все, отлично. Теперь у нас с вами есть водичка. Так, давайте смотреть, что мы, сколько мы добываем. А добываем мы 6 литров в час, и на хранилище у нас 1 литр. Окей, не хватает воды. Ладно, давай подождем. Не хватает воды. Во, а на двушечку. Во, отлично. Заполнили бутылочку с водой, нажали на ешечку. На ешечку нажали. Я сказал ешечку. Не? Ага. Ну, все, на ешечку нажали, положили в кармашек. Так, давайте дальше смотреть. Дальше, наверное, мы будем с вами строить солнечные панели. Так, на буковку В можно вот так вот персонажа нашего видеть. Так, чертежи, чертежи, солнечные панелечки. Где ты у нас? Тут вот. Ты вот тут, а, и давай где-то устанавливать. Наверное, пойдем в эту сторону, в ту, а сюда будем выводить, получается, до нашего дома. Так что, давай первую, наверное, мы сюда поставим тебя куда-то. То давай вот сюда и поставим. Так, отходим, отлично, отлично, отлично. Не сильно ли близко ли будешь ты у меня тут стоять? Так, стрелочками мы управляем, поворачиваем вверх-вниз. Так, а может, то давайте, наверное, на таком расстоянии мы с вами и поставим. Я думаю, в принципе, оно не должно мешать. Если тут в самой игре оно не мешает, то, я думаю, нам тоже не должно оно мешать. Берем в руки горелочку. Я сказал горелочку. Вот горелочка. И, ага, кабель уронил, отлично. Нужно будет поднять кабель. Так, отлично. Первая есть. Давайте осмотрим вторую. Сможем сделать. Вот по поводу вот этого газового баллона, вот этой вот сварки, я не знаю, нужно ли тут будет с вами добывать какие-то газы, смешивать, чтобы у нас получилось топливо. Ну, посмотрим. Так, отлично, отлично, отлично. И давайте сразу четвертую, наверное, тоже доделаем. Пока у нас с вами есть материалы. Все, супер, 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 супер. Давай, наверное, мы тебя сразу же сюда и подключим и бросим тебя где-то... Где-то, наверное, где-то, где-то, где-то вот туточки. А здесь потом хочу поставить генератор, наверное. Так, давайте смотреть, что у нас по поводу чертежей. Не то древослит есть. Вот, одно очко у нас с вами есть. Хорошо. Материалы, мастерская. Для этого нам нужен... Мастерская, мастерская. Что нам для этого нужно? Нам нужно одно очко навыков.
Окей, давайте попробуем тогда его как-то добыть. Давайте пойдем посмотрим. Сейчас попробуем добыть с вами ресурсов. Так, на вышечку. Хоп. Добудем ресурсов, пока мне светло, и попробуем что-то скрафтить. Так, это не то. Это не то. Вот это вот то. Все, добываем. Да, наверное, это буду делать уже без записи фарм, но сейчас уже на первом, кажется, видосе, извините, маем еще маем. Так, отлично, что там у нас есть? Кремний, ага. Давайте, наверное, всю скалу раздолбаем. Можно дать какие-то очки навыков, и мы сможем что-то прокачаться. Да, плюс тут еще не для каждого, ну вот, технология. Сейчас. Так, технология. Не для каждой, получается, не для каждой ветки можно будет просто открывать, получается, ее за очки. Мне нужно будет искать чертежи. Нужен чертеж принтера для мастерской. То есть нужно будет на этих всех заброшенных базах лутать, ходить, смотреть, будет ли там у нас с вами чертежи. Потому что по-другому мы никак не сможем добыть это все. Нужно будет потом переместить все как-то более удобно. Так, а что у меня с этой штукой? Что она у меня так? Какой-то в другую сторону смотрит. Алло. Ага, у меня провод выпал, да? Опять провод какой-то выпал, кабель. Да что ж такое? Здесь у нас у меня кабеля выпадает. Ну ладно. Я думаю, не столь страшно. Неужели у нас только кремний, больше ничего у нас нету? Так, давай смотреть. Угу, посмотрел, проверяй. Так, дай-ка кабель, наверное, ты мне сюда. Я тебя положу, пока есть у нас в нашем домике. Так, ложись. Все, отдыхай. А мы давайте теперь смотреть, сможем ли мы с вами забрать это все. Так, кремний забрали. Давай, наешку забрали. Хорошо. Тут не получится все сразу все взять. Крится всем скопом. Приходится по одной штуке укладывать в наш инвентарь. Так, ладно, давай-ка еще один. Я думаю, нам за по глазам. Давайте посмотрим, что мы сможем скрафтить. А скрафтить мы сможем немного. Насколько я в курсе, мы сможем скрафтить с вами немного. Так, инвентарь перемещаем сюда для дробилки, распечатка. И сможем с вами делать только... Что мы с вами сделать? Аптечку. Давайте сделаем аптечку. Давайте, наверное, по максимуму сделаем аптечку, сколько сможем. Во, прям 56 штучек. Добавить. Все, по идее, мы теперь должны с вами получить очки навыков, да? Правильно я понял? Технологии развития. 487. Ага, нам нужно еще крафтить. А для крафта нам нужно еще добыть с вами ресурсов. Ладно, поехали. Ох, чувствую, предстоит новая технологическая точка. Хорошо, мы потом разберемся. Мне для начала нужно добыть и... И что-то еще приготовить. Блин, а можно мне железо, я не знаю, там что-нибудь, кроме кремния, можно мне что-нибудь? Так, ты у нас добываешься, интересно, а ну. Интересно, ты у нас добываешься, да?
Так, хорошо. А в тебе ничего нету, да? Вообще шикарно. Неужели я буду делать только одни аптечки? Так, алло. Либо я что-то не понимаю, либо тут у нас ничего нету. О, до чего-то мы добрались. Пусть это будет не кремний, пусть это будет не кремний. И это у нас железо. Ура, железо. Сможем сделать себе сейчас болтов. И будем потом как стал переходить аномалии искать. Самое интересное, что скоро ночь, и нам скоро придется байсечки ложиться. А я думал закончить шлюз. Так, тихо. Только на меня не упади, пожалуйста. Хотел закончить сегодня наш шлюз построить с нашими домиками. Так, давай сюда. Хорошо, давай сюда. Хорошо, отлично. Давайте еще добудем немножко. Я, по-моему, если не ошибаюсь, то мы не сможем с вами построить генератор, так как ночью у нас, понятно, что солнечные батареи работать не будут. И без генератора мы не сможем освещать нашу комнату, чтобы у нас там был свет, чтобы у нас, получается, наши семена росли, наши продукты. По-моему, у нас только картофель сейчас есть на данный момент первое. А дальше уже, да. Так, ладно, давайте дальше пойдем. Давай тебя тоже возьмем. Как же это все долго делается. Ну ладно. Давай, заходим в принтер электроники. Так, ага, нет, это не принтер электроники, а тут с другой игрой, как вы уже, да. Перепутал. Так, аптечки. Блин, а мне аптечки не влазят. Никуда надо будет либо сейчас использовать, либо выбрасывать пока место. Так, ладно. Так, распечатка. Что мы сможем с вами... Пакет шурупов. А давайте 28 штучек. Гулять так гулять. Правильно, пригодятся, я думаю. Я думаю, да. Так, распечаток. Не знаю, говорил, не говорил, но тут сколько вы сделали, одним стаком оно так идет, 28 штучек. Ну, все. Технология у нас с вами добыта. А нет, 5,85. Ладно, давайте сделаем еще птишек. Давайте еще 27 штучек. Я надеюсь, этого хватит. Я не хочу сейчас долбить. Так, давай. Ну. Бум. Теперь говори, что технология. Технология мне доступна. Давай. Ну, 6,79. Падла. Так, ладно, давайте, наверное, что мы с вами сделаем? Давайте, наверное, мы с вами инвентарь. Так, аптечки выбросить. Окей, так, выбросить, окей. Просто нужно будет забрать еще оттуда аптечки. Так, выбросить, окей, чтобы у нас не смогли печататься. Так, хорошо. Давай подойдем сюда. Инвентарь. Здесь контейнер. Так, болты, аптеха. Аптеха. Все, хорошо. Сейчас, наверное, мы еще немножко с вами подолбим наш камень. Не сюда зашел. Мне нужно в инвентарь. Подолбим наш камень и попробуем посмотреть. Может, нам и хватит как раз пару слитков до 1 балла технологии. Так, давай, выбрасывайся. Все. Отлично. Идем. Здорово, камень. Давно не виделись. И понеслась. Надеюсь, вы так же самое сейчас наслаждаетесь этим звуком, как и я. Кайфулики, да?
И да, надо будет прокачать с вами болгарку, чтобы мы могли разбирать ненужные здания. Вот эти вот старые. Там тоже будет много металла, я надеюсь, и всего остального. Так, ну идемте. 19 штучек. Давайте сделаем еще аптечек. Ух, у нас к вами аптечек сколько, да? Прям как в PUBG собираю, не поверите. Вот что у меня в PUBG, это... Ага, а что я собрал? Что-то не то собрал, да? А, не туда. Вот у меня в PUBG аптечек 2073 штуки. И на калаш. 700 патронов вместе с коряком. Так что да. Так, давай смотреть. Пожалуйста. Available point for technological advancement. О, отлично, отлично. Давай. Давай смотреть. Во, давай. Так, зажимаем. Бум. Отлично, зажимаем. Бум. Так, женщина, не перебивай меня, пожалуйста. У нас что-то вроде еще было, да? Так, горелка, хорошо. Бам. Technology access level increase. Все. Available point for technological advancement. Новая технологическая точка. Это отлично. Я забыл, где строился. Я строился там. Так, давайте смотреть в чертежах, что у нас появилось. Трансформатор. Шикарно. Жизнь. Отлично. Первая наша мастерская. Ох ты, какая здоровая, ё-моё. Так, ладно. Ладно, давайте. Давайте пойдем посмотрим, куда мы будем тебя ставить. Где мы будем тебя устанавливать, в какую сторону. Наверное, будем вести мы тебя сюда, куда-то вот сюда, прям до нашего космолета. Значит, нам нужно будет с вами поставить его. Так, давайте крутить, давайте крутить. Ага, ты еще даже неровно становишься, твою ж ты. Так, вот желтая стрелочка, это значит, мне нужно будет сюда электроэнергию подключать. Блин, не в эту сторону, а я хотел в ту сторону. А я в эту, если пойду, я в скалу, да? Ну ладно, я думаю, в принципе, первый домик нам будет нормально. Давайте сюда. Давайте сюда. Так, дальше нам нужно будет с вами два шлюза. Здесь они у нас с вами есть. Так, две штуки. Раз и две штуки два. Теперь нужна будет с вами такая вот фиговина. Я же тебя взял же в ручки или нет? Ну, рампа. Алло. Во. Шикарно. С этим разобрались. Солнышко садится. Нужно будет скоро ложиться в баньки. И сюда мы, наверное, с вами... Давайте, наверное, поставим, знаете что, правильно, трансформатор. Так, трансформатор, трансформатор, трансформатор нужно будет повернуть, наверное, в эту вот сторону, вот так вот. Вот так вот, абсолютно шикарно. Хватит ли мне на тебя материалов? А ну, трансформатор. Не уверен, конечно, что хватит, но по идее должно. Not enough materials. Так, у вас не хватает материалов. А чего не хватает? Чего не хватает? Так, не, не то. Все, 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 тихо. Так, электроника, маленькие... А, малая плата, да, или что? Алюминиевая пластина. Алюминиевая пластина. У нас вроде есть алюминиевая пластина или нету. Кто ты? Что ты? Так, упаковка продуктов, не то. Угу. Ну, алло. Стальная, алюминиевая пластина. Ну да, алюминиевая пластина еще есть. Так, а как понять, что мне чего не хватает? Блин, я опять кабель уронил, падла. Так, маленькая... Монтажная плата, да? И пакет шурупов. Ага, да, да, во. Все, маленькая монтажная плата. Маленькую монтажную плату мы сможем с вами добыть. Только чисто... Сейчас покажу, где, если он там, в принципе, будет. Давайте, ладно, давайте сюда тебя подключим. Все, и сюда мы тебя положим. Ну, ложись. Идемте посмотрим. Не знаю, сможем ли мы сейчас зарядить наш костюм. Наш
костюм, или он нам, в принципе, не нужно еще пока не заряжать скафандр. Ну? Suit recharged. Скафандр заряжен на 100%. О, ну, вообще отлично. Так, идемте здесь посмотрим. И будем, наверное, ложиться с вами в баиньки. Если здесь плата... С помощью болгарки им потом можно будет разобрать это все. Я надеюсь, здесь нам дадут очень много металла для нашего строительства. Так, пока мест это все вручную, будем открывать. А дальше уже, когда подключим свет, и у нас с вами будет и генератор. Так, на F-очку у нас свет включается. Открыть. Во, плата есть, отлично, хорошо. Так, надеюсь, у нас место с вами там есть. И мы с вами сможем все забрать. Так, ты кто? А, ты декоративный рюкзачок. Так, дай мне и... топливо. Угу, прикольненько. Блин. Так, забытый планшет. Хорошо, забрали. Единственное, что плохо, то, что у нас здесь мало плат. А мне что построить получается с вами больше? Inventory full. Ага, инвентарь полный. А что у меня в инвентаре так полно всего? Угу. Это что, аптечка первой помощи? Да нет, она мне надо выбросить. Окей. Мне сейчас плата важнее, чем аптечка. Аптечек у нас там 237 штучек. Мы с вами наделали. Так. Сейчас самое главное платы найти. А ты что, издевайся, они что, не стакаются? Алло. Алло, игра, они что, не стакаются? Так, плата, чтоб тебя еще выкинуть. Ага. Забытый планшет, нет, мне это надо. По-любому аптечка первой помощи. Аптечка. До побачення. Так. Все. Так, давайте, наверное, пойдем доделаем наш генератор, ляжем спадки, а с утра потом придем, долутаемся, посмотрим, что тут есть. Что тут есть, долутаемся и продолжим. Ляпота. Ляпота какая красота. Так, бежим. Давайте попробуем достроить наш генератор. Сможем ли мы это сделать? По-моему, на троечку, да, у нас горелочка, да. Давай смотреть. Да, отлично, все, есть. Теперь берем, здесь мы с вами, так, на, открываем. Нужно будет это все подключить. Так, давай первый провод, иди. Все. Чпок. Так, ты у нас идешь вот сюда. Хорошо. Так, у нас вроде еще кабель где-то с вами там был. Так, а давайте посмотрим, что нам нужно для тебя. Что там? Блин, опять кабель уронил. Потом, ты меня бесишь. Ладно, давайте я подключим. Так и хочешь, да, чтобы я тебя подключил? Ну ладно, давайте подключим. Давай тебя подключим. Предупреждение. Холода начнутся через час, да? Понял. Все, идем ложиться баиньки, значит. Значит, идем ложиться басички. А с утра уже продолжим. Не знаю, до скольки часов мы сейчас будем спадки. Наверное, часиков до 8 поспим, до 9. И пойдем дальше достраивать. Так, здорово, аптешки. Тут мы закрываем. Все, хорошо. Буйник. Так, наполнить кислородным баллоном. Не нужно наполнять, да? Ага, и отлично. Ну и все, ну давайте спадки. Так, давайте до 8 спать. Ага, нельзя спать больше, чем 8 часов. Ну ладно, давай тогда до 6. Нельзя спать. Ты чего? Давай спать, до скольки можно спать. О! Шикарно. Все. Прикольненько. Так, ну нам нужно будет еще с вами поспать. Потому что
Там и все еще холодно. Во. И еще полчасика, я надеюсь, да? Надеюсь, что полчасика и все. И больше нам, в принципе, не нужно будет спадки. Так, 8.40. А хотя... Ну ладно, давай. Давай 9.10. Во, все. Это как будильник. Ты знаешь, что заводишь себе на 15 минут. Потом просыпаешься через 6 часов. Так, все, хорошо. Попробуем, давайте выйти. Сможем ли мы? Игра успешно сохранена. А, ну и отлично. Все, мы не замерзаем. Ура! Так, давайте смотреть, сможем ли мы сейчас достроить шлюз. Или как эта штука называется, мастерская. Нужно будет подключить электроэнергию. Да-да-да, это у нас получается... Кардио мы с вами сделали только что. Пробежались немножко. Так, мастерская. Угу. Цементный раствор 0 из 18. Прикольно. Ну, пакет шурупов я еще сделаю. А вот цементный раствор... Или у нас хватает? Ура, 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 ура. Нам даже не нужно будет ничего делать. Отлично, так шикарно. Так, с этим мы закончили. Давай смотреть здесь. Нужно будет сейчас шлюз тут еще доделать. Так, не, возьми в руки горелочку. Возьми в руки горелочку. Я еще не полностью разобрался, куда смотреть, чтобы понять, что хватает нам всего или нет. Но я думаю, разберемся. Так, шикарно. Давай прячь. Давай идем, попьем немножко водишки с вами. Сможем попить водички? Ага, нет, это розетка. Это не то. Сможем ли мы с вами попить водички? Во, по максимуму. Давайте что-нибудь покушаем. Так, употребить 100%, да, вообще молодцы мы, умнички, ребята. Так, теперь нужно будет с вами взять вот это, пооткрывать, взять еще наши провода, а провода у нас на каком месте находится? Кабель, ага, вот сюда, да? Так, во, кабель, это ты? Кабель или это труба? Ага, это водная труба, понял. Но она нам все равно пригодится. Все равно пригодится, ладно. Давай вставлять. Шпонник. И давай сюда. По-моему, куда-то сюда подключается. Если я не ошибаюсь. Так, вода, кислород. До кислорода мы с вами еще дойдем. Но нам нужно... Нужно кое-что другое. Так. Вот, вот это вот. Так, бумчик. Сюда. Отлично. И нужно будет подключить сейчас еще это вот, вот сюда вот так включить. Suit recharged. Так, да, скафандр мы зарядили. Это молодцы мы, конечно, хорошо, но мне нужно будет подключить еще сюда. По-моему, как-то оно все перенаправляется, вся энергия, да? Если не ошибаюсь или нет. Так, давай смотреть. Угу. Вот выход, выход, выход. Так, кто это такой? Давай вот сюда мы. Я не знаю, что. Наверное, давайте все. Все переправим, всю энергию. Так, это у нас первая солнечная панель, да? Или что это? Малая солнечная панель, малая солнечная панель. И я без понятия, что я тыркаю, но что это я тыркаю. Сколько мы сможем с вами сюда... перенаправить. Все, 100%. Отлично, мы молодцы. Выход, выход. По идее, подключили. Теперь здесь должно все работать, если не ошибаюсь. Так, давайте смотреть. Ага,
С вами еще не закончили рампу, надо доделать. Все, отлично, отпрячься. Так, пока у нас есть свет, то это здесь у нас будет автоматически, да, открываться? Да, отлично. Так, давай смотреть, что тебе нужно. Угу. Куда смотреть, что смотреть, куда тыркать, что. Пока мне ничего не нужно, правильно я понимаю? Так, структура не обнаружена, структура не обнаружена. У нас с вами... Так, 75, 56 чего-то. Воды, да? 75 литров, я так понимаю. Так, в наличии я пока без понятия. Дальше тоже будем разбираться. Так. Блин, давайте посмотрим, что у нас в инвентаре есть. По-моему, мы сможем с вами... Нет, не туда. Чертежи. Вот, еда, колодец, нет, не то, жизнь, не то. Так, инкубатор для растений, прикольно, и малая гидропонная полка. А ну, инкубатор для растений. Давай, наверное, мы тебя... Бум, бум. Так, отлично, и давай посмотрим, что такое малая гидропонная полка. Ага, ага. А что из них лучше? Я не знаю. Лучше инкубаторов наделать. Или нет? Так, что тут у нас с вами еще есть? Что еще с вами? У нас есть с вами одно очко навыков, да? Что это такое? Аккумуляторная батарея. Хорошо, это верстак. Угу. Давайте, наверное, может, верстак сделаем. Бета. А здесь нам нужна будет аккумуляторная. Хорошо, ладно, давайте потратим на верстачок. Electricity. Technology access level increased. Да, available да, да. Point for technological advancement. Доктор Андрес Тренд, я так и понял. Да, чертежи. Что это у нас такой верстак? Куда мы можем поставить с вами верстак? А он сюда, да, влазит у нас? Ну, давай, давай смотреть. Хватит ли у нас с вами вообще всего, что... Да, построили. Хорошо, давайте на тебя посмотрим. На наш инкубатор для растения. Что ты себе представляешь? Все. Ой, поцарапал. Ну, оно так и было. Так, открыть. Ага. И у нас с вами где-то были семена. Мы можем посадить, конечно, семена, но... Сейчас я этого делать не буду, только, наверное, из-за того, что у меня нет аккумулятора. А без аккумулятора, в принципе, нету смысла. То есть без, ну, генератора аккумулятора, вы поняли, который еще собирает нашу энергию, чтобы можно было по ночам передавать ее сюда. Так, ладно, давай посмотрим. Так, что тебе нужно? Ты используешь 0 из 0, да? Окей. Окей, а ты что у нас тут делаешь? Только неудобно. Так, инвентарь. А почему? Что? Я не могу использовать. Алло. Так, паяльный прибор. Да ты шоля. Мы сами с вами будем паять, да? Я правильно понимаю. Так. Использование инструментов. Угу, очень интересно. Ничего не понятно. Ну. Корпус. Бум. Да ты шоля, сколько всего. Так, а что это такое? Что это возле меня? Использование инструментов. Ладно, давайте, наверное, с вами выйдем. Во, вот так. Это пока мест нам не надо. Идемте, идемте, наверное, на уличку. Нужно будет дальше посмотреть, как мы будем с вами развиваться. Развиваться, куда мы с вами будем идти. Так, вода есть, электричество пока мисс есть. Нужно будет дальше строить шлюз, наверное, в эту сторону. Давайте, наверное, его так мы и поставим. Так, где ты? Где ты, где ты, где ты? Вот ты. Так, раз. И, не знаю, может, одного шлюза хватит. Или два на всякий пожарный. Давайте два на всякий пожарный. А то мало ли. Мало ли. Так, ладно. Что у нас по поводу технологии?
Холодильник, ага, холодильник, это понятно. Ботаника нам пока здесь не нужна. Так, это что у нас? Так, что нам нужно? Аккумуляторная батарея. А как мы себя тут прокачиваем? Я не помню, как я добывал здесь. Это то есть нам, по-моему, что-то нужно с вами крафтить, да? Из-за этого нам очки дают. По-моему, нам нужно паять. А давайте посмотрим. Зайдем обратно в домик. Oxygen 75%. Кислорода 75%. Ага, понял. Мы с вами его пополним. У нас в этом в нашем космолете вроде еще есть. Так. Так, давление выровнялось. Да. Давайте смотреть, дает ли нам очки за то, что мы здесь с вами сваркой занимаемся. Так. У нас с вами 4,72. Берем в руки паяльник. И понеслось. Давай. Ну. Здесь нельзя использовать этот предмет. А почему? А вот можно. Алло. У нас с вами было 4,72, да, по-моему? Если я не ошибаюсь, давайте смотреть. 4,78. А ну. Что у нас дальше? 4,78. Нет, нет, это не за это дает. А за что нам дает тогда? А что нам тогда дает? За что нам тогда дают? Так, ладно, с бока закройся. Непонятно. Так, ну за производство нам, по-моему, если не ошибаюсь, дается вот эти вот механика, да? Нет, не механика, материалы. Вот материалы, это за то, что мы крафтим. Нам дают очки опыта, по-моему, если не ошибаюсь. Так, насос, насосная станция. Насосной станции, по-моему, если не ошибаюсь, мы сможем с вами добывать кислород. Ага, ну тут нужно, да, чертежи насосной станции, или нет, или да, или я. Так, электроника, блин, мне нужен. Так, технология литий. Аккумулятор. Аккумулятор, аккумулятор. Самое интересное, что получается, у нас где-то вон в той стороне, наверное, либо в той стороне, вот как вы видите, находятся вот такие домики. В этих домиках находятся чертежи. И чтобы мне отсюда туда пройти, это мне нужно запастись сейчас будет едой и водой. Едой и водой запастись. Обшарить этот домик и попробовать найти чертеж. Либо что-то поделать, плюс подобывать, получается, руду. Так как у нас мало, нужно будет дальше строить. И, наверное. Во-во-во. Говорится, здорово, слово паразит. Наверное, мы... О, еда. Ой, что, зайка, иди сюда. На этом серию закончим. Не знаю, как вам игрулька. Стоит ли дальше разбираться. Потому что я, в принципе, разобрался вот до этого момента. Как и что делать. И то не полностью. И нужно будет смотреть. Здесь можно будет высаживать, получается, если не ошибаюсь, деревья. Так само еду. Делать огромные шлюзы. Спадки перерабатывать, получается, как у марсианина, помните, он картоху делал из эти, как его, из кококуль. Тут так же самое, как кококули перерабатывается и делается удобрение. Но единственное, что меня здесь напрягает, это добыча ресурсов, поиск чертежей и то, что здесь громкость, ну то есть как бы сами видели. Либо вообще никак, либо чересчур сильно громко. Так что ладно, все. Ребят, всем мур-мур. Буду на этом заканчивать. Если что, то уже да потом. В следующей серии попробуем продолжить, посмотреть, сможем ли мы тут выжить. Так что все. Всем пока-пока.